А мы продолжаем наше интересное интервью. Здесь, как всегда, много талантливых людей. И вот такая прекрасная дама сегодня. Я думаю, что это певица. Вы угадали, да. Меня зовут Елена Липустина. Я певица, автор, исполнитель. Всегда пишу песни о любви. Но здесь уже по состоявшейся традиции я исполняю каверы также замечательных песен о любви. Очень интересно. Сегодня, наверное, будет какая-то романтическая такая песня. Обычно я собираю всевозможные оттенки печальных песен о любви. Ой, это очень-очень интересно. Что вы желаете ТВ-шансу? Сегодня юбилейная такая дата, юбилейный выпуск. Да, я очень долго над этим думала, потому что я почти уже 4 года где-то здесь, то есть практически с самого начала, конечно, не с самого первого выпуска. И это такая важная дата, что просто нельзя было не прийти. Это так важно. И я хотела бы пожелать этому прекрасному пиар-проекту процветания, несмотря ни на что, ни на какие трудности, пандемии, апокалипсисы, беды, чтобы ТВ-шанс всегда был. Спасибо огромное. Мы тоже желаем вам творческих успехов. Вот, вы очень красивая. Вот, пусть все у вас получится. И хорошего выступления сегодня. Спасибо вам огромное. Спасибо.